Не успели мы вчера поговорить о том, как Великобритания заявила, что в Украину будут поставлены противотанковые ракетные комплексы, так называемые ПТРК, и не успела в Кремле начаться истерика запланированная. Знаете, когда европейцы подобные вещи заявляют, то в Кремле начинается истерика с визгами, воплями, танцами шамана Шойгу с бубном и с требованиями отменить данное решение. Но на этот раз они даже не успели это сделать. Шаман Шойгу только взмахнул бубном, а Песков только успел пошевелить усами с утра и даже не успел открыть рот. Методички и темники тоже еще никуда не спущены. Короче, полная катастрофа, провал, и спецоперация завалилась. Короче, ситуация такая. Не успели англичане заявить о том, что мы поставим Украине ПТРК, не успел Кремль что-то там еще вякнуть, как два самолета, причем здоровенных самолета, транспортных, военно-транспортных самолетов ВВС Великобритании, уже приземлились в Борисполе. Догадайтесь, что на них было. Ага, овес, сено, медикаменты, ну почти. Такие медикаменты, которые подлечат танки с расстояния 5 километров в любом варианте. Танк лечится один раз и на всю жизнь. Так что большой привет кремлянам. У них есть повод посыпать голову пеплом. От танков, конечно.